Просто Серега, смотри, я буду пойти. Смотри, Серега, прошел, прошел сюда. Он не понравился чем. Он посмотрел. Рекрытками. Почему этот матершинник снова здесь? Остались около него, Серега. Вот они все тут стоят. Они раньше учились в другом нашем учреждении, а потом их спихнули к нам. Думаю, не просто так. Как тебя звать, сынок? Как тебя звать, сынок? Слава, я на лип гитаре играю. Женя, как вы нашли? Слава? Ну, ты просто уже смирно, все, руки по швам. Слава? Как тебя звать, сынок? Слава, я на лип гитаре играю. У тебя дочка? Ксю. Ну, Ксения, типа, я солистка. Любопытно. Ты похож на маньяка-убийцу. Ты похож на маньяка-убийцу. На маньяка-убийцу. Не стоит тебя опасаться. Не стоит тебя опасаться. Как звать, сынок? Как звать, сынок? Орех. Ну, то есть это творческий псевдоним. А так Коля Орешников, бас. Басистов никогда не бывает баб. Неправда. Я его девушка. Понимаешь, неправда, я его девушка, сказала. Неправда, я его девушка. Меня зовут Ася, я играю на скрипке. Хуяси! 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 Басист-скрипач! Басист-скрипачка! Отличный сюжет для песни. Отличный сюжет для песни Игоря Николаева. Басист-скрипачка! 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 Хуяси! Отличное название для сюжета песни Игоря Николаева. Кто-нибудь еще долбится внутри коллектива? Глобально или друг с другом? Друг с другом. Угу. Лучше синица в руке, чем капли на конце. Никто ничего не понял, но нет. А ты стал быть... Да. К нему все опять. Одинокой. А ты стал быть одинокой дрочер. Успел уже с утра шкуру? Успел уже с утра загнать? Подружить. Успел с утра шкурку-то загнать? Владимир Сергеевич, да не пугайте вы детей раньше времени. Если они уйдут из академии до выступления, то нам жопа. Ты права, Рыбкина. Ты права, Рыбкина. Ты права, Рыбкина. Не унывай, пацан. Смотри, что у меня есть. Где он будет? Где скажешь? Дай-ка, Ленина. Ну как он здесь? Привет, Серега. Вот здесь, Серега. Не унывай, пацан. Быстренько сбегал, прям пули метнулся. Смотри, что у меня есть. Смотри, что у меня есть. Привет. Давай. Ну, не унывай, пацан, у меня кое-что есть для тебя. Во. Недавно партию изъяли. Привет. Не унывай, пацан, у меня кое-что есть для себя. Вот. Для тебя. Че там изъяли? Партию изъяли. Держи. А я беру, да? Да. Вы изъяли кого-то назад. Какого хрена он у вас с собой? Это просто завалявшийся экземпляр. Принесли их с экспертизы. Капитан Рыбкина! Капитан Рыбкина! На середине экспертизы ее. Еще раз. С какой экспертизы? Капитан Рыбкина! Итак, товарищи курсанты. Тихо, девочки, не сейчас. На вас возлагается серьезная миссия по спасению наших жоп на конкурсе талантов МВД. Да, капитан Рыбкина нам объяснила. Только есть одно но. Наши песни. Вы плохо играете, да? Нет, играем отлично. Вас послушали? Да, вот так надо. Да не так, а вот так надо, вот, на. Не так надо, вот так, ну это же писькосос. Надо детей колонуть. Ну не так надо, вот так, ну это же писькосос. Это же писькосос. Он не понимает, ребенок, блядь. Не надо, это же, ну это писькосос, ну надо вот так. Видишь, Серег, я тебе говорил. Все, давайте упрямимся на ребят. Двое не смогли сдержаться, это прекрасно.